Город Грозный, 21:08. Мечеть Сердца Чечни. Так, ну мы вот от мечети двигаемся сейчас в... Куда? Как оно называется сейчас? В заведение покушать. Вот мы. Сердце Чечни. Очень красиво все. Ну, въезжали. Ну, абсолютный полноценный сити. Вот, прям вот с красивыми домами. Много стройки тоже. Что у нас здесь? Светящийся фонтан. Красота. Ребятки, а вот мы добрались уже, собственно, до Грозного. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Ребятки, а вот мы добрались уже, собственно, до Грозного. И сейчас мы будем здесь гулять и немножко осваиваться, скажем так. Все светится, все красиво, все прям, даже вот такие штуки есть. Вот мы, Сердце Чечни, очень красиво все, очень все изысканно, выглядит все безумно, как это сказать, ну безумно красиво. Там мы выполнили свою цель и приехали и смотрим на эту красоту. Сейчас вот возле мечети находимся, и тут каждая деталь, вот каждая какая-то вот там, да, балясина, вот это все выполнено просто очень, ну, красиво, очень, ну, как это, дорого, выглядит красиво, и, ну, вот, чтобы вы понимали, да, вот это такая красота, просто это безумно красиво. И, ну, как это сказать, вот смотрите, например, рядом возле мечети, да, вот светится вот так здание. Я не помню, как это называется, мы пока проезжали, ребята сказали название, просто не помню. Смотрите, часы вот такие вот. Что у нас здесь? Светящийся фонтан. Красота. Так, ну мы вот от мечети двигаемся сейчас в... Куда? Как оно называется сейчас? В заведение покушать. Короче, мы главное знаем, куда идти. Вот, мы посмотрели мечеть, сфотографировались, очень красиво. Вот сейчас по навигатору пытаемся найти. Вообще, в принципе, здесь не только у мечети красиво, здесь в принципе красиво. Красиво здесь... Мы когда, ну, въезжали, ну, абсолютный полноценный сити, вот, прям вот с красивыми домами, много стройки тоже, красивые стройки, такой типа, ну, современный, на современный лад, скажем так. И просто 5 баллов, здесь очень круто, красиво, сейчас найдем еще место, где перекусить, и будет вообще прям пушка, прям Грозный, здорово. Город Грозный, 21:08, мечеть. Сердце Чечни. Вот тут вот красивое здание светящееся. Мы идем покушать. И вот так вот, собственно, 21:00 выглядит город Грозный. Это мы сейчас зашли в Грозный молл. Здесь вот такие вот штуки, смотрите. Оп, 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 опа. Чик. Оп, оп, оп. Красота, просто красота. Зашли перекусить в... Как эта улица называется? Проспект Владимира Путина. Проспект Владимира Путина называется. Заведение как называется? Веранда. Веранда. Зашли перекусить перед дорогой в Волгоград и Волжский. Собственно, вкусно все выглядит. Вкусно, говорю, все выглядит, Паш, красиво все выглядит. А вкусно или нет, узнаем чуть-чуть попозже. Но
ждем наш вкусный, наверное, ужин уже.